Всем хай, с вами Стив Про, и сегодня, друзья, я вам покажу довольно интересный мод, добавляющий могилы в наш Майнкрафт. Что же, после установки данного мода и после вашей смерти у вас будет появляться собственная могила, если у вас при себе, к примеру, был железный меч, или были факела, или были какие-то еще вещи, они останутся в этой могиле, и чтобы их забрать, вам придется ее сломать. Что ж, давайте посмотрим на этот замечательный мод. Для этого мы сами себя убьем с помощью команды, которые были добавлены в наш Майнкрафт с версии, наверное, 0.16.0, если я не ошибаюсь. Что ж, давайте введем команду kill. Отлично, мы убили себя. И, друзья, теперь возродимся. И вот появилась наша могила, а также остался весь наш опыт, который потихонечку стягивается к нам. Ладно, давай, иди сюда, опыт. И, друзья, как сказал, чтобы получить наши вещи, а лично у нас был железный меч и были факела, нам нужно сломать вот эту каменную плиту. Что ж, давайте ее сломаем. Как понимаете, занимает несколько секунд, и после разрушения данной плиты у вас появляется железный меч, сама плита и появляются факела. Друзья, по идее, мод можно доработать, убрав дроп вот этой плиты. Называется это все Gravestone, друзья. То есть каменная могила. И как видите, у нас вернулся железный меч. Ну, а факелов вернулось намного больше. Если мне не изменяет память, у меня их было немного поменьше, около 38 факелов. Ну, а дропнулся мне целый стак. Также эту могилу вы теперь можете поставить, и, друзья, ничего уже не произойдет, если вы ее просто сломаете, она будет просто могилой. Да, друзья, довольно замечательный мод, который вы можете скачать, перейдя в описание под данным видеороликом. Ну, а на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.